Я попал под огромный грузовик, он меня метров 10-15 еще тащил поперек дороги, я думал, что последний день моей жизни. Роман описывает чувства в момент столкновения с грузовиком. Правоохранитель, Роман работает в городском управлении милиции, уверяет, ехал по крайней правой полосе с небольшой скоростью. Фура резко сдала вправо. Я ехал по своей полосе, прямо. По крайней правой полосе. Тут манна меня резко сдает и выкручивает, меня на дорогу выкидывает. Кто виноват? Я не буду в этом отношении виноват, поскольку я правил дорожного движения не нарушал. У водителя мана своя версия. Александр говорит, легковушка оказалась впереди него. Автомобилист тут же ударил по тормозам, но остановиться не успел. Спереди он выскочил. Я же не сторону, я смотрю, тем более маленький перекресточек. Я смотрю, может, оттуда кто выезжать будет. Кто-то поворачивать будет. А вот тут он с правой стороны взялся. А где он взялся, кто ее знает? В ДТП никто не пострадал. Виновных в аварии сотрудники ГАИ не называют. Рядом на встречной полосе столкнулись еще три автомобиля. Дорожные инспекторы предполагают, водители засмотрелись на аварию. Но сами автомобилисты общаться с журналистами отказались. Григорий Пырлик, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».